Может, назад будем ехать, они еще откроются. А вон еще один. А, то магазин. Уже банкомат найдем, я сейчас сниму еще пару рубасиков каких-то. Вита, что ты видел, открылось? Что-что? Что ты видел, открылось? Не, я думал, вот еще один, а это кафешка. Я говорю, будем ехать назад, может откроется еще час, через часок. Пока съездим туда, куда мы ехали. Мы ехали в центр. Вот оно. Слушай, ну понятно, что просто то, что было на видео, совершенно другое. Поэтому, значит, еще есть где-то что-то. Все, мы погнали дальше. Такое типичное старое строение. Старая польская ферма. Все как надо. Самовар классный. Самовар, чайник. Не погані. Цена указана? Ні. Надо спрашивать еще все. Может, на тех там указано? Где? Ой, какие головы литые, ничего себе. Вот эта штука крутая. Кого? Это именно кого-то посадить на эту штуку. Крутые колоколы. 200 злотых. Добрый день. Добрый день. Вот эти головы крутые. Мы, конечно, за них бы заработали. Очень хорошо. Литье такое, да? Кольчики тоже ничего. Ну, колокола тоже классные. $220 петух. Это корабельная латунь. Правда, чуть подуставшая уже. Это все делается. Он петух прикольный, на шпильну-то наводил. Это он. Я вон тут глобус помню. Ну, я говорю, что это этот дом. Нас спросили, какой глобус. Ну, я обратно поеду следующий раз. Ну, такой вот современный патефончик. Добрый день. $1450 на мраморе. Литье. Ну да, набор крутой. Очень классный набор.
Ciszy, proszę, Tom powiedział. Bóg to moje drugie, prawdziwe ja. Stary prawie wspominając, który pobyt w obozie koncentracyjnym powiedział. Poświęcimy niebo, bo nie było ciszy. Święty Benedykt, który uczył w uniwersytecie, nie został wielkim. Jego biograf, święty Grzegorz, wielki napisał. Вот крутая вещь. Блин, вот бомба. А сколько коштует вот этот глобус? А, 500. 500. Видел? Шарман. Тысяча 450. Угу. Ну, она симфония. Симфония. Не шарманка. 9500. Ну, она крутая. Вон там крутая. Где? Там. В том зале? Ну, я по кругу пройду. 30, 750 часы латунь, 1350 злотых на 6,6 умножайте. Ого, прикольно, тренажер медицинский. Смотри, какие граммофоны. $100, да? Ой. 690. $100. Ой, камин какой крутой. 9000. Мрамор. А открой ворота. Какие эти? Да. Не откр... А, эти здесь открываются. А эти нет. Я дергал, не дискнул. Ну тут под пластинки. Может быть. О, вот еще граммофон стоит. Я видел. 3900. Зелье. Косарь? Зелье. Ну да. А ты не спрашивал, сколько? А, ты цена не доходил. На 790. Угу. Ну наш круче. Ведро для шампанского, это или что-то? Да, можно ночной горшок.
Вон кувшини красиві. 1000 злотих пара. Опачки. Клинки. Пістолі. Штик-ножи. $330, 1456 така ціна. Це Китай. Воно треснуте, заліто клеєм. Так. $2000 комплект. Ну крутой. Все железо. Universal 1867 год. Прикольный, да? Знаете, что? Почем кофемолки? Ну, так же, как мы покупали. А это вон маленькая 45. 45, 65, 85, 85. Ну, у нас пока одна есть. Смотрим, продастся, возьмем еще. Там мы их у себя найдем, вообще кофемолки. Тоже комплект 1000 злотых. Комплект, это штука. Ну, может быть. Но это комплект точно. А, пара? Ну, просто цена на еще один комплект. Блин, мотоциклы такие дорогие. Капец. 160. Конечно, если бы здесь затариваться в одном месте, то их бы можно было бы, конечно, подвигать нормально. Так, конечно, это смотри, какие 250. 100% не рабочая, но сама. Это очень интересно, да? Нам, конечно, все. Эти камеры заснимут. Да снимет, что-то заснимет. Литье бронза. Кабинетка. Чернильница. Прикольная бутылка с кораблем. Это или что-то? Или? Угу. Ну, как-то так. Первое.
База пройдена. А еще второй этаж. Второй этаж у нас есть. Ой-ой-ой. А, в машине. Какая коляска, Гриша. Это вообще прикол. Ну, в общем, как-то так. 1890 злотых весь сервис. Коляска тут, братан. Ой, вот это очень красивая вещь. Две 200, очень крутая. Перетянуть она посмотрелась просто великолепно. Колясочка, как тебе? С керамическими ручками. Не керамика, а фарфор, наверное. Вот часы, блин. Вот это часы. Красивенные. 1490. 1490? 1500. Что мало? Продано. Поэтому и проданы, братан. Их можно было забирать. За такую цену. Их и за две можно было бы забирать. Ты представляешь, сколько они? Посмотри, это же просто нереальная красота. Да нет, что-то слишком мало. Может, 14 тысяч. Может, 14? То вроде нет. Братан, вот 10 тысяч гривен. 10 тысяч гривен. Че, это адекватная цена для них. Здесь. Можно было бы сразу звонить, блядь, чтобы слали денег. Ири, все как положено. Да, это крутые. Вопросов нема. Тысяч куда? Да я видел. Шпиль такой прям. И всего лишь 10 тысяч гривен. Вот если бы они не были проданы, то я бы, конечно, сейчас бил бы в колокола. От радости. Ну что, пошли вниз. Сколько тут? 1750. Нету столик, ты смотришь. 120. Ну, это современные, советских времен, наверное. Стоямба. Что-то еще не хватало, блядь. Что там? А ну да, я тоже засниму. Made in Poland. Это польская. Ну, польская, но... Да аккуратно, треснутая кружка. Там. Тем более. Да ты же хватаешь так, чтобы разлетелось у тебя. А как ее еще можно брать? Вот это интересная приставочка такая. Старенькая. Поэтому он из 20 стоит. Ну да. Потому что вот тут чайник, этот стоит.
190. Не, ну это ж видно сразу, что это фарфор. Да ну, братан, она ж светится, ты что прикалываешься, это ж понятно сразу. Германия. Ну, берешь, аж чувствуется, аж пальцы чувствуешь, блядь, друг от друга. Ну вот такая барахолочка, вон еще одни часы, 1390. Но те, конечно, эти рядом не лежали, блядь, и не стояли. Они даже, блин, ну вот эта штука крутая вообще. 2900, ну нарядненько, ну блин, ну само по себе, наверное, он тоже крутая. Вот эта фигня прихожая вообще просто. Сейчас я хочу серебро посмотреть, если там, если это серебро, то вместо пушки где-то. Зачетная барахолочка, согласны? Самая лучшая за последний сезон галопом по Европам. Однозначно заслуживает палец вверх, подписаться на канал и оставить комментарий для меня. Все-все, не отвлекаю. Какой перст? Серебро он дадим. Вот этот? Да. Ну там, я думаю, что вам сейчас надо больше вещи, которые будут более видны и выразительны. Лавочка крутая, битьё. Что? Какие часы? Где? А? Где? Ну, 35. Вон туда, в глубь, посмотри. Тихо. Ну, я не знаю, корпус стоили часы. Покурыч. Да. Визитка, да? Отлично, и скайп, и это все. А, ну, отлично. И сайт, и... Посрину? Куда? Так? Не-не-не. О. Так? Ага. Вот так. Мандаль. Мне так не нравится. А. Ну, сильвер, да? Ну, камень такой. Левый. Но это сильвер, там написано сильвер. Ой, какая люстра висит крутая. Вообще. Тут сразу фотостудия. Согласен. Вот видишь, как у людей сделана фотостудия. Не, ну там такая здоровая. Не, ну я. Понятно, что у них сайт. Ой, ну для сайта отфоткивают. Скорее всего, что через сайт и купили, блин. Ну, скорее всего. Там даже и думать не надо. Там и за пятнашку думать не надо. Вон 1150. Смотри, какие красавцы.
7,5 тысяч. Ну тебе, конечно, вообще unreal. Красиво, но здесь не очень. Узнаете даму? Ой, какая сервант какой просто. А, это целый комплект такой. 10 000 злотых. 60 000 гривен. Просто крутой. Темновато, жалко. Смотри, какая картина классная, 160 злотых. Вообще красиво. Зеркало неплохое. Блин, классный фарфор в руки берешь, аж прям чувствуется, он такой прям воздушный. Ну вот прям вообще. Париж. Леонард. Вот классный комплект вообще со стульчиками. Отставными. Четыреста 450 злотых. Это тоже бомбическое. Вот это? Ну конечно. Велосипед тандем сзади. Не, ну очень круто, согласен. Вот комплектик неплохой, тоже, наверное, Германия 100%. О, вот эта штука неплохая за 45. Вискариковый набор. За 45? Да. Ну смотри, давай заберем. 45 это сколько? Триста гривен. Я думаю, что она у нас также стоит. СУДП. А это без опознавательных. Угу. Да, с ними, конечно, надо диалог вести. Надо выхватывать, наверное, вот так вот. Слушай, может кто сейчас и не продан, а может это что-то? Да не, ну там же написано продано. Так что там? Я не разбираюсь, что написано. Ну. Ну, я прочитал по буквам «проданы».
430 злотих радіо таке. +860 +320. Плафончики. Красивое зеркало. Шкаф крутецкий. Угу. Сервант. Просто Unreal. Крутой, согласен. 5000. 4900. Да, вот мне вот туда вот Лебедевочка, мне вон пошел. Понял, что это из рогов? Подставка под каменную. Для ножей. Ну, мечи, ножи ложить. Понял, вон ямки. Три яруса. А что, ничего не шевцы и кочергу еще куда хрень? Да не, ну, возле камина они горизонтально не вешаются. По крайней мере, это... За 20 какого-то. Да нахер. Этот сувенир. Этих сувениров. Говна. Братан, да хоть и за 100 я бы его не взял бы. Потом будет лежать еще 10 лет. Потому что он нахер никому не нужен. Этот сувенир. Иконы сверху классные. Люстра из рогов. Сколько люстра из рогов стоит? Никуда не успею. 500 злотых. Поехали где-то по дороге надо. Скуп старости. А? Вы не поняли, что это. Я думаю, что до хера. Я думаю, это не... Ну так узнаю. А вон там где-то в доме заметалось, пошли. 15 минут до 3 часов. Так а что, мы к этому деду возвращаться не будем? Я понимаю, а потому что дед... Не надо работать. Ну, пизда, я на сайт залезу. Да. Если они такие вещи...